Привет, стратеги! С вами, как всегда, Консул. Продолжаем мы нашу кампанию Зазри в моде Биом Цивил на легенде Тотал Воротила. Набирайте чайку, запасайтесь печеньками, усаживайтесь поудобнее. Всем вам приятного просмотра. Итак, друзья мои, значит, в прошлых сериях мы там с вами повоевали с Алланами, подбирали кое-какие поселения там у Атала. Будем продолжать там свое наступление. Ну и также продолжаем наступление в Испании. Здесь я в прошлой серии на переправе все-таки умудрился разбить Алан, хотя, ну, в принципе, шансы были равны. У них одна конница, у меня довольно-таки неплохие копейщики, хоть и побитые. Ну и теперь наша задача забрать у них полк Августу. Держу я ее сейчас в осаде. И также забрать Кордубу у вандалов. И с вандалами уже закончить наконец-то. Продолжить там дальше наступление. Жаль, но легионов у меня пока, по-моему, больше нету. Так бы пригодились, если честно. А то восстаний, скорее всего, будет в компании много. Надо, срочняк, повышать империя. Когда они у нас там повысятся-то? Ну, в скором времени уже. Империя немножко повысится. И будет нам, наверное, дышать немножко попроще. Ладно, погнали, значит, на паук Августу. Естественно, будем штурмовать руками и встретимся уже на поле боя. Итак, ребятки, сухая погода. Пойду с той стороны, где поменьше башен, а точнее всего одна. Будем носить свой удар с этой стороны. Значит, основная наша сила пойдет. Копейщики, лучники. Часть легионеров и генерал отсюда. Ну и с этой стороны тоже буду заводить копья под прикрытием побитых легионеров. Посмотрим, что получится. Не вижу я пока что. А вот уже вижу противника. Подойду поближе. Как башня. Башня достает. Достает довольно-таки серьезно. Так, лучники вперед. Сейчас мне подведу туда отряд легионеров и просто снесу эту башню. Пошли вперед. С этой стороны тоже подтягиваюсь. Плавно, постепенно. Давайте немножко ускорим. Иди, жги башню. Пока что, конечно, огребаю от этой самой башни. Куда деваться? Так, ты ее там жгешь, нет? Да, жгут. Нормально так жгут. Копья подходят. Могу получить контратаку, да? Нет, конница не пошла. Почти, почти. Захожу. Так, у него там ренегаты в основном. Так, меткий выстрел. Подрубить. И огонь. Как дела? Почти. И почти, уже, можно сказать, все. Продвигаюсь вперед. Так, а здесь баррикад ничего нигде нет? А, вот она. Вот она, баррикада. Там могут прачники стоять. Подходи. Подходи. Это кто у него там? Аланские мечники, да? Нет, аланские воины. Рубимся. На помощь. Должны, по идее, мы этих ренегатов перебить. Но кто их же узнает, справимся или нет. Лучники вот что-то накидывают. Немного мы их так подокружили. Так, там навряд ли пройти дадут, да? Дальше пошли. Бегом, 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 бегом. Вон туда побегаем. Так, уходи сюда. Ты тоже. Ты встань здесь. Неужели башню разрушили? Генерал, подходи. Чего они мне черепаха не становятся, понять не могу. А, они там с кем-то типа дерутся, да? Так, метай. Черепаха. Отлично. Здесь как дела? Здесь вроде бы что-то даже выигрываем. Можно еще пугануть их до полного счастья. Бегом сюда. Так, федераты подошли. Металки свои сейчас используют.
подходи вперед. Ты самый крутой у меня на данный момент. Враги напали на полководца! Контратака. С этой стороны. Полководец сам на кого хуже нападет. Здесь я, конечно, повтыкал. Досталось моим ребятам. Так, лучники. Накрываем их. Насколько это возможно. Так, здесь вроде бы неплохо. Нарезай. Наверное, зря раскрылся. Так, палатины. Так, конницу хочешь шлепнуть. Молодцы. Бегом сюда. Так, отлично. Продвигаемся. Давай, нарезай. Нарезай. Огонь. Чего вы там, на весиков не можете стрелять? Или что с вами не так, я понять не могу? Ну-ка, давай сюда. На возвышенность. Так, там вроде держим. Маневр удался. Так, ну здесь, я думаю, мы и так справимся. Надо гнать прачников. И залететь вот здесь еще в тыл. Так, лучник вроде бы нехило накидывает. А ну-ка вот сюда встань. Сюда у тебя еще лучше должно получаться. Так, лучников сюда отправлю. И смотри, какие эти ренегаты-то неугомонные. Так, надо помощь отправлять. Однозначно. Так, на генерала гаркнем. То меня тут в скором времени перебьют. Так, он тоже, в принципе, бесполезен. Стреляй. Так, в окружении ребята уже дерутся. А им все по барабану. Стань черепахой. Далековато я их угнал. Так, продолжай преследовать. Ты иди центр забирай. Так, на помощь. От этого гоним. От этого тоже гоним. Враг собирается силами. Да, отстреляли. Отстреляли палатинов, к сожалению. Не сдюжили. Вперед. Гребаные прачники. Башни как далеко стреляют, однако. Прям, блин, на все поле боя почти. Накрыл вот этого товарища. Тут у нас такой пирог непонятный, да? Так, если можешь, вон туда постреляй. А мы пока здесь разберемся. Сторону. Бегом, 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 бегом. Вроде бы зажаты со всех сторон, но дерутся, блин, до последнего. Так, а эти что стоят? Вперед. Бьем аланских бойцов. Так, или они тут разбегаются? Да, они все тут разбегаются. Прачники тоже очкуют. И... А, мне показалось, они побежали. Нет, они просто спрятались. Ну-ка, дай-ка по ним свистящим. Генерал сюда. Сюда. Все, побежали. Есть еще кто? Нет. Ребята кончились. Завершаем битву и встретимся на глобале. Получай. Да, мало что осталось мне от 7-го моего легиона. К сожалению. Так. Заберем себе. Само собой. Что, взяли, смотрим.
Так, под снос, в ремонт. Так, пока в ремонт, там дальше разберемся. Так, ну и теперь задача забрать Картубу. Наемников у меня. А, наемники есть. Вот это уже интересно. Наемники, это прям замечательно. Погнали на Картубу. У них там хорошее подкрепление, довольно серьезное, да? Стоящее в основном из кавалерии. Гарнизончик. Ну, гарнизон, понятное дело, слабо. Вот с подкреплением надо будет разобраться. Погнали. Итак, друзья мои, сухая погода. Пойдем вот с этого уголка. Значит, сделаю пролом, постараюсь разнести башни. Буду это дело проворачивать я самостоятельно. От первого лица. Надеюсь, меня там сейчас какая-нибудь хрень не шлепнет. Давайте, кстати, посмотрим, где у них эти самые. Анагры, а вон они, на той стороне. Тогда уже легче. Значит, я тут сейчас постараюсь разнести как можно больше всякой вот этой фигни. Сделать проломы, снести башни, насколько смогу. Где подкрепление, кстати? А вон оно. А возможно, кстати, и не разнесу. Хотя не, подкрепление со всех ног ломанулось в город. Пускай они туда и ползут, в принципе. На всякий случай я все-таки копья вот сюда вот выставлю. Чтобы излишне мне не досталось. Сейчас посмотрим. Подкрепление мечом. Да, они пошли в город, пофигу на них. В общем, я тут сейчас начну обстрел, расстрел. И потом мы с вами встретимся. Итак, ребятки, значит, я тут проход уже сделал. Давайте-ка наш анагра, пускай он туда куда-нибудь постреляет. А я уже подвел лучников, которые будут разбираться тут с командирами всякими разными. Также левисы. Что-то мне немножко мешает. Занял он кавалерии там ключевые точки, да? Чтобы я никуда не прошел. Так, это у них германская знать, собственно, стоит. Так, лучники, наверное, не будут по нему стрелять. Пускай по германской знати у нас вот эти ребята поработают. Там что, попали хоть куда, нет? По кавалерии они попали. Не туда, куда я хочу, на самом деле. Ну ладно, хоть какие-то потери да нанесут противнику. Так, вы там что сегодня, перестроитесь или как? Стрельба у нас будет? Может, поближе подойти? Им все равно там метать нечего. Я так и не попал. Не попал у меня так она в башню. Зараза такая. Давай. Вот, пошло дело. А ему как бы и пофигу, да? А нет, потери несет. Накидываем. Лучники. Давай по новобранцу пока что. У вас много. Обычными, ладно. Обычными они тоже должны неплохо цеплять. О, в башню попали, надо же. Правда, у него сейчас патроны кончатся. Так, генерал ретируется. Оно и понятно. Новобранцы туда же. По тому же месту. Так, не торопись. Лучники. Один отряд остался без снаряжения. Я отстрелялся. Башню он так и не шлепнул. Лучники. Давай-ка тяжеленьким. И вот сюда. Бедный полководец. А что бедный-то, да? Нехило ему так достается. Глядишь, скоро отвалится. Блин. Подтягиваются. Подтягиваются германские застрелы. Ближе пехоту. Как там генерал? Отлично. Так, обычный выстрел. Переводим вот сюда. Стали черепахой. Нас тут нормально закидали, товарищи. Так, вот этих можно сложить еще. Конницу бы он подвел поближе, было бы ништяк. Конницу не, говорит. Конницу я подводить не буду. Накидываем сюда. Не, конницу он вообще куда-то отводит.
Так, ты отстрелялся, отходи в тыл. Лучники тут что-то как-то немножко кривовато стали. Можно ближе их поставить. Так, новобранцев почти сложили. Генерал, ладно, я сильно не боюсь. Догонку им. Во, пойдет. Стреляем. По всем, кто плохо ходит. Пойдет. Нормально, мы гарнизон уже положили. Подводи кавалерию, зараза. Уже весь твой гарнизон почти сложили. Не хочет. Ни в какую. Так, отлично. Вот этого добиваем. Начинаем заходить, наверное. Догонку. Раскрылись. Сюда. Так, ну этого можно уже не бояться, он туда стреляем. Так, ты откидался, отходи. Так, ближе. Сюда пошли. Легион сюда. Этих двоих сюда. Лучники ближе. Все держим. Здесь то же самое. Так, на помощь вот в сторону. Топорник, стой. Рубим вот этих ребят. Перестроились. Блин, и там башню не получилось снести ни в какую. Ближе подходи. Черепахой тоже ближе подходи. Нарезаем с этой стороны. Так, что моя кавалерия, кстати, делает? Я про нее вообще забыл. Давай-ка поближе. Так, выходи сюда, понимаю, что будут потери от башни, но того парня надо бы пообстреливать, чтобы ему скучно не было. Так, нарезаем. Германский конный отряд. Здесь почти все. Там даже топоры нормально участвуют в бою. Да, проблемы. Проблемы явные у германской кавалерии. Все-таки с копейщиками не тягаться в ближнем бою, да? Как минимум в лоб точно. Так, а лучники-то у меня там подошли, не? Где они? Вон они. Огонь. Это все равно надо типа, ближе подойти, да? А здесь как дела? А давай всей толпой сюда. Только два бойца стоят. Стоят, не дрогнут здесь. А вот здесь у них поинтереснее потери идут. Возможно, там еще и башня же помогает. Своя же им. Так, здесь почти все. Наша конница сюда. Сагитарии. Все, не могут никак собраться в кучку, да? Ладно, давай так. Хрен с тобой. То что-то они в разомкнутом тупят. Так, наступаем. На германский конный. Здесь, ребята, уже все. Вот это какой-то крепкий, смотри. Он стоит как не в себя. Так, здесь мы их опрокинули, нормально. Ну и с этой начинает тоже он бежать уже потихонечку. Они собирают людей для нового удара.
продвигаемся. Ой, сорян. Спрямо в игру. Бывает. Идем вперед. С этой стороны как дела? Почти. Встали. На помощь. Да блин, устань ты нормально. Накидывай. Отлично, здесь справились. Погнали сюда. Так, а ты еще и башню заберешь. Между делом. Когорта ближе. Нормально, они отлетают. Тут еще такой навес идет. Жесткий. Правда, и моим, конечно, достается. Мои хоть в черепахах стоят. А вот конный германский отряд отлетает на ура. Замечательно. Продвигаемся дальше. Лучники, заходим. Берем башню пока. Вот он. Конница впереди ползает. Радости мне от этого маловато, если честно. Вперед. Выстроились. Что делают, не пойму. Все, они нормально, они встали. Придется чардж грубью принимать. Их башня рухнула. Продвигаемся. Отлично. Топоры вперед. Наемники тоже вперед. Так, здесь справились, отлично. Ускоряем все это дело. Вражеская башня уничтожена. Так, вот это хреново. А нагр начал работать. Топоры вперед. Мечники туда же. Ох, достается мне. Жестоко. Так, топоры, давайте, решайте побыстрее с ним. Залетаем все кучи сюда. Это новобранец, да? Да, и он побежал. Замечательно. Соответственно, и Анагар побежал, успев предварительно пальнуть, но не попал, да? Или попал все-таки? Нет, не попал, нормально. Ладно, завершаем битву. И встретимся на глобале уже. Так, этот полностью готов, а этот, интересно, тоже полностью готов. Кажись, вандалы все. Да. Хотя, если у них там где-то кто-то ползает, то может у них еще и остались ребятки. Так, взяли. Взяли поселение. Что тут у нас есть? Доклад, 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 доклад. Акция вандалы уничтожена. Отлично. Так, Арианскую часовню сносим сразу. Рыночные лотки под снос. Это тоже туда же, наверное. Ну-ка, стой. Что перестроить можно? А, ну это если другое поселение поставлю. Так, под снос. Это в ремонт на перестройку. Так, замечательно. На следующий ход, конечно, будет восстание, однозначно. Но в целом-то нормально. По крайней мере, побеждаем пока. Доспехи. Опыт новых отрядов пехоты возьми. Так, а наем есть кто, не? О, можно пацанов поднабрать. Немного. Целостность легиона восстановить, так сказать. Так, командующему. Понятно. Так, теперь здесь... Гроза Востока против кочевников, все это дело подкачиваем. Снос начали. Так, и на этом ходу, по-моему, я все, что мог, я уже сделал. 1700 остается. На перестройку мне все равно не хватает ничего, да? Вот здесь что-нибудь поставить могу. О, так, а здесь оно мне надо. Ну-ка, в Далмации есть что-нибудь полезное? Так, 28. Здесь. Ну, пока все так оставлю.
Возможно, значит, атака вот с этой стороны. На Серминии собрать бойцов пока не могу. Ну, думаю, хоть как-нибудь, да, может быть, отстреляемся. Посмотрим. Поехали, значит, вперед. А, не, не поехали. Жрец. Жрец качнулся. Так. Проповедь конца света. А, это не качнулся, это осталось просто. Вот еще жрец у меня. Так, провокация, все фигня. Дальше. Кто еще? Губернатор в авторитет. Максимально. Художника держи. Дальше. Лотоводец. Тоже в авторитет. Дальнего боя давай. Пехоты дальнего боя тебе. Так, ну вроде как все. Поехали вперед. Так, гальские аланы. Аж два стека. Союз бастарнов развернулся. Ушел назад. Чем занимаются, непонятно. Не пошел в атаку на легион, чертила, да? Пошел в атаку на город. Ух ты, блин, я хрен тут что сделаю. Учитывая количество противника. И самое фиговое, что я до него не достал. А у меня тут выбор небольшой был. Он либо на Макимедес бы пошел, либо на столицу, да? Так, что есть там у меня? Конница есть. Давайте сразимся. Почему сразимся? Я попытаюсь уничтожить, например, Анагры у него полностью какие-нибудь. Там, побить максимально. Ну и что получится, потом уже добить легионом. Поехали. Итак, друзья мои, сухая погода. Я тут уже распределился. Кстати, знаете, что попробую? Я попробую своей кавалерии тут помельтешить. И, возможно, их Анагр начнет обстреливать не стены, а мою кавалерию. И таким образом я смогу как-нибудь потратить его патроны, и они пойдут через ворота. А там уже им будет куда сложнее. Посмотрим, что получится. Стационарные машины пускай там стреляют, куда хотят. А не, нифига. Не хотят они ждать мою кавалерию. Они сразу пошли вперед. Так, у меня народ с полей бежит. Мои анагры в свою очередь атакуют. Давай-ка. Уголя нарежем. Да, ему по барабану, он стреляет. А вон он куда стреляет. Он даже не по этому самому стреляет. Не по стенам. Короче, погнали. Надеюсь, получится. Они превосходят нас числом. Да я заметил, что они превосходят нас числом. Рассейся пока. Накрой генерала, если сможешь. Так, по стрелкам. Нестандартно ведет себя искусственный интеллект, учитывая, что у него есть анагра, да? Так, башня работает. Знаю, что события повернутся именно так, я бы где-нибудь тут на стенах лучников выставил, как минимум. Генеральскому отряду достается. Конина, давай. Так, а у меня все ведут огонь? Да, все. Так, этот все не угомонится, чертила. Ух, жестко попал. Давай туда куда-нибудь. Так, вообще внимание на мою конницу не обращают. Какие-то они странные. По пехоте. Там они более-менее плотно стоят. И тоже туда же, по тому же месту. Так, анагра почти уничтожен. Все, анагра у него больше нету. Ладно. Стоим, курим пока. Давай-ка он туда куда-нибудь. А то ты больно что-то сильно косишь. Так, по генералу тоже, наверное, смысла не стрелять. Давай сюда. Так, ну и ускоряем. Что мне остается? Хотя стоять. Бегом. Лучники, бегом. Раз такое дело пошло, блокируем. А вот и удержимся.
как на меня все равно то особо внимания никто не обращает. Да, не успел. Не успел. Враги уже под стенами. Лучник назад. Заходи сюда, генерал. Бегом. Ты даже черепаха можешь встать. Башня обратилась в пепел. Да конницу бы он еще вперед отправил. Я бы тут начал уже стрелков избивать. А он что-то не особо-то торопится. Давай сюда. Так, там сложили, да? Можешь сюда куда-нибудь пальнуть. А лучше вот сюда. Угони-ка их. Лучники туда, в кучу. Так, втягивается конница. В бой, это уже радует. А ну-ка. Дайте-ка я покручусь, поверчусь. Ага, получил. Так, а я смогу вот сюда куда-нибудь пальнуть? Давай попробуем. Так, накидывай там самостоятельно. Поехали. Конницы. Что-нибудь потворим интересное. Ну-ка, и еще одно. Максимально близко сюда. Не дает. Не дает, зараза. А вот так, если... Проверочный. Мимо. Нифига не дает. Сюда попытайся как-нибудь пальнуть. Так, влетел я на прощу, это уже радует. Давай туда в кучу. Тяжелым, наверное. Закрываемся. Так, конница лютует, это хорошо. Ну как лютует? Мне тоже однако достается со всех сторон. Так, ладно, что смогла она сделала? Хотя бы один отряд прочников, два. Расшатал. Отвлекся на награ, надо было не отвлекаться, а заниматься именно конницей. Блин, как бы он туда-то пальнуть, а? Как хочется, прям уж не могу. Наши люди сломлены, они бегут. Ну, не то, что то, что я хотел, конечно. А еще разок. Нифига. Нифига не попал. Так, как хотел. Конница кончилась. Здесь пацаны стоят, насколько это возможно. Генерал всех пугает. Где там вражий генерал? Ну-ка. Дай-ка по нему залп. Хотя он там под стеной где-нибудь тусуется, наверное, да? Так, мои черепахи вроде как сдерживают. Обстрел. Башни вроде бы работают. Так что держимся, стоим. Давайте подускорим, наверное. Так, а там еще остались патроны у кого, не? Во. Пальни-ка сюда. Он что-то то стреляет, то не стреляет, его фиг поймешь. А во, пошло дело. Все, держимся. Держимся, насколько возможно. Странно, как-то искусственный интеллект поступил, почему-то не начал там делать проломы в стенах, там обходные туда-сюда. Я понимал, что если он тут дырок понаделает в стенках, то я все не удержу в любом случае. Поэтому мальца отошел. Думал, центр держать. А он плюнул на все, плюнул на мою кавалерию, да? Которая спокойно зашла ему в тыл. И пошел ломать ворота вручную, обстреливать моих копейщиков, значит, и потом через ворота ломиться вперед. Интересная манера довольно. Наши воины теряют решимость. Нормально все, пускай не теряют. Генерал рядом с ними относительно. У меня тут губернатор, по-моему, хороший был. Вот что самое печальное. Так, давай дотрачивай там патроны свои.
Так, продолжают попытки проломиться. Правда, ничего у них не получается особо. От конницу жалко, конечно, что потерял. Сейчас бы можно было вообще их захлопнуть. Эти башни наши продолжают накидывать. И накидывать довольно серьезно. Интересно, если я сюда камеру подведу, там сильно FPS просядет, нет? Ну, вроде не сильно. Так, ну могут они попробовать продавить меня числом, кстати. Хотя потери, они прям жесткие несут. А мы бы потеряли, сколько стрелков мы потеряли. Копейщиков такого отряда. Даже если они не возьмут дело, то нашему региону немного работы останется. На разборку с этими ребятами. Это день из минерала, интересно. Да, он делся. А вот он, прям перед нами. В тунике, в шлеме. Каких-то штуковинах золотых, да? Может кто-нибудь политика откнет его, да? Будет вообще все кожено. Кто там опять должен был? Копеечки лежат. Так, ну мы тоже им тут устроим. Так, а ты чего мне черепаху-то дал, алё? Так, ну выводить уже его не стоит, я думаю. Пускай так стоит. Что-то взял, сам раскрылся. Вот они черепахи, черепахи хотя бы. Хоть один черепахи на том, спасибо. Ну-ка, чуть назад. Не, ну он в сражении, ничего, уже черепаху молотили я поставить не смогу. Это в Риме можно прям в сражении там выставить им, что хочешь, а здесь хрен тебе, по-моему. Ну-ка еще назад. Кто-то все равно берется, да? Ну, где? Что это было? Вот, хотя бы стены щитов. Все, держимся. Держимся, насколько это возможно. Можно упороться лучников, обвести в тыл, ударить. Ну, вряд ли они там чем-то помогут. Остается только уповать на нашего генерала, который непонятно, то держит строй, то не держит строй, что с ним не так. Они там вообще хрен поймешь, чем занимаются. И те потери несут, и наши потери несут. Так, ты не дерешься, ну-ка назад отойди. Да, он побежал совсем. Говорю, назад отойди. Так, сколько там оружия-то хоть? 56, чуть не густо. Я ему, похоже, вместо черепахи включил рассеянный строй, нормально. Потом удивляюсь, а чё это у меня черепаха не стоит? Чуть не так-то с ними. Давай, в ряды генерала. Там черепахой стой. Там палатины их не пускают. Башни тем временем настреливают даже что-то. Да, они сейчас так и будут весь бой эту самую решимость терять. Генерал жив-здоров, да? И не кашляет даже. Так, может лучников туда же заслать до полного счастья, для массовости, так сказать. Хотя не, пока стоят, пока так курят. Может они воодушевят копейщиков, лимитанов, я имею в виду, младших. Так, кричи на них. Ты умеешь кричать, это хорошо. Да, ну, народу у них, конечно, еще немерено. Просто такая пробка в воротах. Так, а генерал... О, генерал, нифига, смотрите, где у них уже. И никто его ткнуть не может. Он просто уже в окружении римских солдат дерется. Давайте, шлепните его. Какой смелый воин, ты смотри, а. Мы просто уже римляне окружили. А ему по барабану всех распихивают, разгоняют. Наши еще отчаялись между делом.
какого-то лежал. Туда залезли, непонятно зачем. Так, а ну-ка. Рискнул. Надо на генерала отправить этот отряд дрожащий. И лучников туда же. Авось поможет. Так, прикиньте. Он тут в одинокого сражался. Тогда случай какой-то подошел, ему кинжалом в глаз стукнул. А у него, кстати, под рубашкой, под туникой-то нет ничего. Как он выживает, вообще непонятно. Тут пацаны в кольчугах со всей фигурой. Хотя бы в плотных рубашках. А это все, полотенце на себя какой-то одел. И дерется. Так, мы и побежали. Прям не генерал, а имба какая-то. Это морж как-нибудь, нет? Там окричи на них. Пойдет. Так, у них там кто-то побежал. Наемные разбойники. Из пустыни, которые. Стоим, держим. И там что навыбил? Вот 142, уже поинтереснее. Он скоро, смотри, он скоро поедет и сам на площадь поедет. Просто просочится сквозь наши ряды. Скажет, да ну вас нафиг, поехал я. Вперед. Он тут весь бой в одинокого сражается. Куча римлян. Один. Не удивлюсь, что вот это вот все положил именно вот этот боец. Давайте, сложите же его. 42 бойца осталось у них. Наши воины продолжают бежать. Сражайтесь, проклятые трусы! Диверсия не удалась. Этот чувак то расстраивает ряды, то собирается в кучу обратно, непонятно, что с ним не так. А тут у нас такая группа поддержки. Выходит стоять с этого сверху. Наши воины пали духом. Сейчас мы им тоже дух поправим. Немного. Генерал, смотрите, в одиночку. Говорю, раз, два, три, четыре, пять. Пять полотенок присутствует одновременно, не считая еще этих. А нет, это тоже полотенская гвардия. А ему пофигу, еще и башня в него стреляет. Так, ты что, вернулся, что ли? Развернулись, пошли. Я понимаю, что они сейчас куда-то туда пойдут, наверное. Стой просто здесь тогда. Вот рядышком вот так вот. А вы стукнете. А, прибежали, испугались, убежали. Красавцы. Так, а ты там как поживаешь? 222 бойца, молодец. Здесь 186. Даже, блин, генерал уступает, смотри. Все, он уже в один тут сажается с кем-то. Пытается как минимум. Мои там что-то побежали сквозь ряду противника. Так, а этот поехал на стену, да? Может, он где-то по поддержке шлепнет? Скиньте, ух ты, он свалил нашего бойца. Сложил, точнее. Так, ну-ка, говорит, это наша трибуна, иди-ка отсюда. Так, нашего полководца сразили, да? Это тут в одну печеньку, значит. Сражается с отрядами моих бойцов, да? И ему хоть бы хны. А нашего полководца в толпе здесь все-таки сразили, да? Весело живем. Так, давайте, ладно, ускорять. Сколько он еще продержится, неизвестно. Я обалдею, если этот отряд в 95 бойцов простоит до самого конца. Это будет прикольно. Он, кстати, еще гаркать может у них. Несмотря на то, что полководца уже нету. Сколько он там нарезал? 225. Плюсом башня постоянно работает. Так, а этот все так и продолжает тут шнырять, сражаться с моими бойцами. Все, никак его отпинать не могут. От отряда не осталось никого. 86 бойцов. 260. Враги убили целый отряд. Да господи ты, боже мой, уже поздно. Нифиг бежать было. Так, рак никуда не там. Где эта хрень-то? Вот так вот. С объемом боевой дух.
Нормально. 300 почти. Так, мы прошли. Да ладно, я провтыкал, где они его тут срезали-то? Мы все-таки срезали их полководца. Аллилуйя. Только толку-то, да? Так, а у меня там есть чем пострелять-то еще? Да, но он не может уже в ту сторону стрелять, к сожалению. Так было бы неплохо сюда куда-нибудь в толпу пошвыряться. Так, наш полководец, точнее отряд полководцев продолжает стоять. Как не в себя. 314 бойцов нарезал. В одну печеньку. Давайте, ладно, продолжим ускорять. 33. Может, у них все-таки кончится боевой дух, и они побегут? Ну а вдруг? Бойца. Так, они вроде бы как бы в стене щитов стоят, а вроде бы и не стоят. Непонятно. Генеральский отряд уже у них побежал. Явно Громанты не ожидали такого подвоха. Так, все, стоим. Выстроились нормально мои пацаны. И держатся. Вот это да. Вот это интересно. Ладно, друзья мои, чтобы, наверное, сильно уж настолько видео не растягивать, я поставлю на паузу, дождусь все-таки финала всего этого дела и включусь, когда он наступит. Так, все-таки опрокинули они моего генерала. Все-таки он сбежал, а я еще забыл, ребят, про флот совсем. Вот тоже минус. Так бы они мне там, возможно, помогли бы сдержать бойцов, но какой позор! Бились мы, я думаю, как спартанцы в Фермопилах прям. У нас один полководец там почти под 500 бойцов нарезал. Вообще красавчик. Потери просто огромные у Громантов. Так что нашему легиону осталось только допинать их и все, по факту. А генерал там в одного вроде бы рубился с такой кучей римлян, я имею в виду вражеские. А нанес потерь нам всего 20 бойцов. Вот такая вот история. Блин, вот как я про флот, конечно, забыл. Жаль. Очень-очень жаль. Так, и что он сейчас делает, вопрос? Так. Ну, на гранит. Генерал восстановится, другой его поставят. Разграбит, скорее всего, да? А он еще отряд ведет. Еще ведет один отряд. Так, этот не высадился. Там восстание. Вот ты бы восстание лучше подавил. Куда у тебя понесло? Ох-ох-ох. Чувствую, я так Африку потеряю таким макаром. Так. Друзья идут. Куда-то пошли. Так, погиб в битве. Смерть. Поселение разорено. Вспышка болезни в новом Карфагене. Восстание неминуемо. Восстание неминуемо. Печаль, беда. Вот. Тут, кстати, хотел вот это дело поставить. Не успел. К сожалению, не успел. Так, ну, первым делом, понятное дело, нужно будет разобраться с Громантидой. Очень-очень сильно. А все. Приплыли. Дружище, достаю я до него. Да, достаю. Так, ну наказывать, я думаю, будем мы его в ручном режиме. Есть у меня кавалерия, куча пехоты, которая жаждет отомстить. Правда, не самая у меня уж топовая пехота. Также еще и подкрепление, да, будет. Да, остатки. Потерявшие губернатора в свое время. Так, 1300, 2600. Ну, я думаю, все равно, да, сразимся сами. Но будет это уже все в следующей серии. На этом давайте завершать. Всем спасибо, кто пришел, посмотрел. Не забывайте поддерживать комментариями, лайками. Канал, подписка, если интересны мои прохождения. Ну, а с вами был Консул. Всем вам спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.